Доброго времени суток, подписчики и зрители канала. Меня зовут Андрей Поэт, и это 9-я серия 10-го сезона Stalker Strike на моем канале. Он тебя нанял. Да. Ты на него посмотри, смотри, кто тебя нанял. Ты. Вставай. Они с вами работают? Мы приходили к доктору Фобе, она нам делала стабилизирующий раствор. Что этого знаешь? Он хороший человек? Ну, меня не обижал. Тебя не обижал? Артефакты вам продавал? Ну, вообще, как бы, а как мне еще на жизнь будет продавать? Понятно. Понятно, стрелять. Погоди, стопой, стопой. Мы вообще-то их отсылаем на большую землю. Вот таких, с таким способом их уничтожаем. Вот. Два человека. Мы просто быстро, ты как женщина. Ну, мы-то точно не продавали артефакты, не имели. С вами. Видели, что бывает с теми, кто врет? Да видели, конечно. Видели, что бывает с теми, кто продает артефакты. Мы это не продаем, нам деньги вообще не интересуют. Так, покушать, да, выжить. Вляпались в свое время, теперь расхлебываем. Да, рожа-то у вас. Мы одиноки. Показываться, чтобы он с ПКСом был, чтобы мы могли артефакты перенести. Что с этими? Запрещенных предметов нет? Да нету, конечно. Даже вот у меня оружия серьезного нету. Пипец. Ну, рожи. Лечимся, лечимся. Валите. 10 секунд. Скрыться с нашего... Движение! Стой, дитя зоны, поговори с нами. Мы такие же, как и ты, мы с тобой одной крови. Как видишь, мы тоже не красавцы. Поговори с нами. Нет. Почему нет? Нет, забей, идем, уходим. Уходим. Он сказал нет. Пошел не пошел. Рычал, зубами клацал. Если движение не делается, никуда не с**ается. Они нас не трогают. Не трогают нас? Давай. Все как обычно. А надо подружить. Аптечки есть? Бинт есть один. У нас кровосос с ним почти дружба затянулась. Покормить бы его не мешало кем-нибудь. Сейчас пойдем. Держи, это тебе. Благодарим. Если что будет нужно, мы на 15-м канале. Удачи. Удачи. Долг со свободой воевал. Они вроде бы вывалились на базе. Ну там, да. А где еще стреляют? Тут мы-то вышли на дорогу из ангара, и там началась такая пальба. Ну, тут монолит был. Может быть, они стреляли, а может, они не знаю. Два кровососа бегало. Белеша, беленькие. Белые. У вас что так много? Ну, это разная группа. А, а вы куда идете? Да, к ученым хотелось бы. В баре военные оголяют народ. Ну, Бак говорил долго, да, что соваться не стоит. А у вас там что, связанный что ли кто-то? У нас там свои дела, поэтому просим вас как бы это... Не мешаться. Не мешаться, да. Ну ладно, мы не навязываемся. Спасибо. Есть какая-нибудь информация? Есть там что-нибудь вообще на ИЦЛ? Оттуда уж. Там на косяке чистое небо? Один. Один? А кто?
Пошли. Позывного не знаешь? Ну ладно, удачи вам. Может с одиночками до ученых зайдем? Ребят, мы вам прыгнем на хвост. Мы вам на хвост прыгнем. Нас пятеро получается как раз. Кровосос мы можем отогнать. Но от троих вряд ли. А? Да мы просто ходим. Это твои отмычки? А, ну да, понятно, по ним, в принципе, видно все. Тихо, не рыпаться. Сейчас я тебе бинт дам. Бинт изъято, есть? Изъято. Разгруз изъят, все, что в нем. Рюкзак изъят. Томат изъят. Сумка изъята. Кобура с пистолетом изъята. Есть еще что-то? Говорите сразу. Только с бара. Есть что в ПКС? Нет, чисто. Лежи, отошли в лес. Бинт достану. Отошли в лес. Я за этим послежу. Бинтуйся. Все, стоять. Пистолет изъят. Руки второй изъят. Разгруз изъят. Изъят нож. Встаешь, не рыпаешься, будешь жить. Все будет нормально. Прикрывай сейчас я, ребяток. Смотаем. Собственно, вам пока особо бояться нечего. Нож ты у них изъял? Я у них все изъял. Ножи изъял, да? Точно? Да. У тебя где нож? Сказал, изъято. Изъят, да, я тебя сразу не заметил, пытаюсь. Тебе точно изъят. А что ученых-то хотели? Нет у них работы. Ты его пистолета изъял? Да, да. Давно зону топчешь? Уже год. Хочешь еще потоптать? У меня к тебе есть уникальное предложение. Мы забираем твоих отмычек. Да, пожалуйста. А ты нас не видел. Мы в тебя не стреляли. Да мог бы и так спросить, ну как бы. У меня их много. Да, ну. У него иногда бывают нервные срывы. Я вообще да, бывает. Сказывается последствия нашей болезни. Мы так-то мирные. Они нам для дела, для одного нужны. Знаешь, что я скажу? Как у тебя позывной? Глухой. Ты вообще... О, а я тебе как раз и должен. Ну вот, считай. А знаешь, что я сделаю? Я тебе одного отмычку верну. Пойдет за должок? Ну давай. Глухого я сразу не признал. Это тот сталкер, что вчера у костра подсказал нам, что Земля распространяет о нас нехорошие слухи. Мы тогда были пустые, и я вроде как остался ему должен. Знал бы глухой, как ему повезло, был бы веселее. Ведь кровососу могли достаться целых 3 котлеты. Кого отдадим? Наверное, Ники Бенники, может. А как кто тебе больше нравится? Выбирай сам. Давай вот этого высокого. Вот этого? Да. Он тебе больше нравится? Давай к нему. Так, знаешь, что, собственно, мы сделаем? Мы тебе руки тоже свяжем, на всякий случай. Не-не-не. Нет? Мы ему сейчас все вернем, он, я думаю, глупить не будет. Нет. Да нормально все будет, мы же договорились по-нормальному. Угу. Давай, мы тебе все возвращаем. Угу. Я надеюсь, без глупостей. Отмычка твой, пожалуйста. Да-да-да, развязывай, конечно. А мы уходим. Да, в разные стороны, давай. Прибавь ходу, еврей. Не стоило нам возвращать оружие. Да нормально все, договорились же. Я с ним уже общался, просто с памятью проблемы. Я ему должок вернул как раз получается. Сейчас прямо проходим, да? О, смотри-ка. А мы и не увидели. Мне казалось, я посмотрел, не было на них ничего. Мы еще и хорошего хапанули-то с тобой, слушай. Забери сразу. А то фиг знает, что творится. Или пускай сам носит пока. Пускай носит лишнюю тяжесть. Пу-пум-пу-рум-пум. Пум. Андрей. Кто там? Прямо проходи. Не заворачивай, зачем? Углубимся. Пошли, пошли. О,
слева кто-то. Я вижу. Кто? Ученые, проходим мимо. Они у костра, давай, прибавили ходу. Давай, может. О! Там же и монолит. Там монолит, пойдем подойдем. Пойдем подойдем. На сегодня это все, а в следующей серии вы узнаете, удалось нам покормить кровососа или нет. А с вами был Андрей Поэт, пока.